у меня под финал просьба. Сейчас очень быстро, чтобы вы пожелали нашим телезрителям то, что вы хотите им пожелать в новом году. Любви. Страсти. Мира. Побольше детей. Только любовь. Пора порадоваться. Побольше улыбаться. Частых встреч. Взаимопонимание. Надежды. Спокойствие. Детей. Верных друзей. Побольше времени и внимания уделять своим родным. Здоровья. Мудрости. Юмора. Опоры в близких. Искренней устремленности. Нежности и мира. Всего того, что вы сказали, каждому понемногу. Не поправляться. Я думаю, когда говорили вот наши друзья, говорили свои искренние пожелания вам, я думаю, самое главное, все-таки они внутри надеялись, что в новом году вы их будете часто видеть на сцене, на экране, на телеэкране, на концертной эстраде и, конечно, у нас, в нашем приюте комедиантов.